Но у них жотер же огонь. Я вот ему и сказал, это какие Какой? Вот, 50-й. Который забил? Да, кудрявый который. Он закончил играть в 2000-2002 году. Ага. А сейчас в посольстве работает. Да. Я видел, да, посол? Ага. Слушай, с ней... Вы... Чего? Познакомиться нельзя, да? Я не знаю, как. Мне потому что это самый... Генерал Калякин как узнал, что я еще пойду на турнир. Там он из дома говорит, познакомься, говорит, контакты нужны с послом. Ну, не знаю. Так, ну сейчас подожди, сейчас будете стали и будет здесь. Это. И не покидай, будет возможность сразу. Не, нам, наверное, все-таки не выиграть. Сербы молодцы. Да что ж такое-то? Ну видно, как он ударил с разворота. Понимаешь, в чем дело? Видно, что он профессиональный игрок. Четко в угол положил. Уже видит, куда бьет заранее. Знает, куда бить. Ага. Да никто не держит. Ну что ж такое-то, мальчики? Чё же он пустой там совсем стоял один? Молодцы сербы. Используют все возможности. Валера, это не ты, Валер. Валер, ты здесь ни при чем, он один же был, чё ты? Ну, Валера два раза ни при чем, это не его голы. Лёва, куда они идут в навал? Лёва, скажи. Смотри, не все тупые. Красивый Юрий Алексеевич! Русский ответ! В очко тоже. Давай, ребята, поехали! Ростов, вперед!
Вперед! Даешь ничью братскую! 2-2! Толя с 10-м плотно, плотно, отлично! Опять вправо один! Ты бей, там нету никого! Бей! Где комментаторскую кабину прямо. Альбертино. Ну блин. Этот удар зимой или весной тренировали? Гол! Давай, влево! Толик, десятым повнимательнее играй! Только без фанатизма, Анатолий, как в школе зимой! Давай! Ну куда ты бьешь? Да что ж такое-то? Стой! Саня лучший! Толик, молодец, Толик! Валера! Бить не давать! Не дали! Он устал. Ну, сделай все! Давай! А, Валера! Красавец, отработал. Без фиска били сразу. Ну как же так, что как стоячих? Ой! Не двигается с нападением вообще. Ну, защита Краснова! Давайте, ребята, гол престижа! Юрик, давай гол престижа! Не дали!